Как сделать пребывание ребенка в глобальной сети полезным, а главное безопасным? В Заполярном центре состоялось заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области. Главной темой встречи стал вопрос об интернете для детей и молодежи. Социальные сети, поисковики, всевозможные сайты, глобальная сеть давно стала неотъемлемой частью жизни каждого человека, но самыми незащищенными во всемирной паутине остаются дети. Половина юных пользователей не делится информации со взрослыми о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в интернете. А в интернете, вот наряду того, что там есть много полезного, наряду с этим там сотни тысяч сайтов, которые носят антигосударственные, антиконституционный, экстремистский характер. Как считают члены комиссии Общественной палаты, введение такого предмета, как медиаграмотность, должно быть обязательным для всех образовательных учреждений, ведь ребенок должен знать правила поведения в глобальной паутине. Потому что дети живут и в реальном мире, и в виртуальном мире. Они не всегда могут отделить то, что нужно им для информации. Оградить детей от нежелательного контента в сети должны и родители. Знать, какие сайты посещают ваши чада, совместно проводить время в интернете, рассказывать правила поведения. Все это поможет сделать работу за компьютером для вашего ребенка безопасной.